исламский образовательный медиапортал Насаат Медиа представляет «Польза бороды для здоровья». Все пророки, которых посылал к людям Всевышний Аллах, носили бороду. Нух, Ибрахим, Исмаиль, Исхак, Муса, Харун, Яхья, Иса и Мухаммад и все другие пророки, мир и благословение Всевышнего им всем. Хотя мужчины-мусульмане следуют повелениям пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и оставляют бороду, мы приведем несколько удивительных фактов в свете последних исследований, доказывающих пользу ношения бороды для здоровья человека. Предотвращает рак кожи. Недавние исследования, проведенные в Университете Австралии, показали, что борода защищает кожу от ультрафиолетовых излучений, исходящих от солнца. Борода блокирует эти излучения на 95%, что создает великолепную основу и играет большую роль в предотвращении заболевания раком кожи. Раковые клетки, которые могут располагаться на лице человека, его голове или шее, получают дозу излучения около 90%. Снижение симптомов астмы и аллергии. Согласно данным медицинских исследований, полученным из Нью-Йорка, если человек страдает от симптомов аллергии или астмы, то борода срабатывает как фильтр и не дает распространяться аллергенам. Это похоже на то, как срабатывают волосы в носу человека. Помимо того, что вы видите, когда вы смаркиваетесь в платок, волосы в носу не дают пройти внутрь грязи и микробам, которые могут причинить вред организму. То есть, чем больше растительности у вас на лице, тем больше она предохраняет вас от загрязнения каждый день. Защита кожи от раздражений. Если мужчина не отращивает бороду, на коже лица могут высыпать разного рода раздражения, тогда как ношение бороды создает защитный слой, который предохраняет кожу на лице от раздражений, таких как раздражение от бритвы, прыщи и фолликулит. В большинстве случаев раздражение кожи лица связано с бритьем, как об этом заявляет доктор, специалист в области дерматологии, профессор медицинского центра при университете Огайо. Лезвие может раздражать кожу и даже распространять бактерии, что может стать причиной инфекции волосенного фолликула. Естественное увлажнение. Волосы обладают уникальным встроенным увлажнителем, который называется сальными железами. По мере роста бороды происходит выработка сальных желез, которые увлажняют кожу лица. Это не только предохраняет кожу лица от сухости и раздражения, но и поддерживает оптимальную влажность, необходимую для комфортного функционирования. Оставайтесь молодыми надолго. А вот еще секрет того, как можно естественным образом добиться замедления старения и молодо выглядеть. Борода защищает от солнечных лучей, и кожа выглядит моложе. Предотвращение болезней. Когда осенью или зимой наступают ужасные холода, борода всю зиму будет согревать вас и поможет бороться с холодом. Чем длиннее ваша борода, тем лучше ваша теплоизоляция. Уменьшение инфекций. Если вы носите бороду, вам никогда не придется переживать по поводу бактериальных инфекций, врастаний внутрь или заболеваний волосяных фолликул. Эти инфекции часто сопутствуют в случае с регулярным бритьем.